В рамках фестиваля «Тюменская весна» всей семьей пройдет продовольственная ярмарка. В завершении масленичной недели 16 и 17 марта откроется 80 торговых площадок. Свежую продукцию на выбор тюменцам предложат не только крупные предприятия, но и небольшие частные производства. Порядка 40, наверное, производителей. Это от крупных предприятий. Там порядка 10 молочных будет, 6 мясных, будут предприятия, которые занимаются рыбной продукцией, будут, естественно, частники, это и дикоросы, это и мед, и кондитерские изделия и так далее. То есть, можно сказать, полный набор от еды до удовольствия. Мы будем очень рады видеть наших потребителей, получить от них обратную связь по нашей продукции.